Я сегодня буду делать домашний майонез. Хотела показать, как свой рецепт. Как бы это классический, но каждый же добавляет что-то свое. Берем рафинированное масло. Грамм 300. Добавляем сахар. Чайную ложку без горочки. Тоже так же берем чайную ложку без горки. Потом мы это все будем пробовать еще. Горчица. Я беру вот так вот, магазинная. Если у кого-то домашняя, то она, конечно, хорошо перченая. Лимонную кислоту. Хорошую щепотку. Два яйца. Блендер. Ставим на дно. Взбиваем. Теперь я добавляю еще сухой чеснок. Где-то пол чайной ложечки. Может чуть меньше, кто как любит. Баночки неудобно было взбивать, я перелила вот такой стакан. Вот такой вот майонез получается, густой. По вкусу мне все нормально. Может немножко соли, но я, как обычно, не досолю. По вкусу других мне так вроде бы хорошо все. Чесночок играет вообще волшебную роль.
очень вкусно. Так что, кому интересно такой рецепт, делайте, пробуйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.